Йо-хо, всем привет! С вами Йонот и Ишимура! Нам туда. Мы что-то должны были на ней сделать. Чисто. Доктор Хайди Лашфорд, отчет. Анализ органического материала, исследование образцов слизистого материала, доставленного с борта Ишимура, привело нас к нескольким шокирующим находкам. Во-первых, это человеческая ДНК. Во-вторых, материал оживает, попадая в радиус действия сигнала близко. Вся команда Ишимура была инфицирована и реконструирована. А после того, как был уничтожен доставленность ИГИЛ-7 обелиск, она разложилась на составляющие. Почему заново нельзя послушать? Блин, как-то быстро. Манси. Так же видел, что они отсюда могут прийти. Ну и куда я еду? Учтите, у меня психика слабая. Блин, слишком долго играл в Mass Effect. Там что-то интересное стреляется. Ну, ладненько. Сюда, прям как чувствовал. Верстак. Сколько у меня узлов? Но по-любому пока... Ох ты ж, ёж твой зонг, автомат закачать тебе. Ущерб. Это альтернативный. Объем. Зарядка. Время. Короче, смогу только одно оружие, да, качать? Так, ну это альтернативный. Альтернативным я у пулемета не пользуюсь. Это надо пойти в ущерб. Я лупал, я пустыни потратил, не должен был. Это ж на черный день. Вот сейчас будет что-нибудь. А у меня оба, и он, его нет. Еще та процедура очистки. Что-то знакомое. В прошлый раз толпа вывалилась. Где ты? Очистка завершена. Че, никто? А здесь кто пробегал? Ну где ты? Где ты? Вот это где? Так, секунду, тут одна какая-то фигня в клавиатуре, она меня бесит. Все, вытащил. Так, что я имею по патронам? Очень грустно. Если мне туда, значит я пойду туда. Все просто. Там я найду оружие или еще.
Ай, забыл. Точно не туда. Да, не туда. Ну ладно. Где вы? Куда ты вылез? А, нафиг не нужны патроны. А чёрт. Где 4? Да вы кончитесь. Вы должны кончиться. Что за фигня, что у вас так много здесь? Блин, Шимура зашел, называется. Фух. Это было напряжно. Так. Серия прям началась. Фух-фух-фух. Так, пошли. Вход в зону невесомости. Ну ладно. Бомбы какие-то. Очечки, это хорошо. А тут что такое? Просто пустая комната.
Окей. Куда? Где? Стазис прокачу. Все? Включить. Что с этим делать? Я пока не вижу ничего, что мне может пригодиться. А, запчасть нужна. Еще один должен. Еще одну. Здесь еще и построить надо. Головоломочку. Сейчас все залепим. Сейчас он работать не будет. Поэтому мы идем сюда, 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 сюда. Вот, вот это надо убрать. Здесь нужна прямая. Вот это. Вот эта прямая нужна. Вот я не подумал, как я их расставляю, конечно. На прямая вниз, вот. Эли, кто-то выдвинул чертову систему охлаждения повсюду запчасти. Серьезно, система не будет работать, если не подсоединить к ней правильно трубы. Вижу, в конце труб среди мусора. Попробуй соединить. Поспеши, я стараюсь, вижу с тобой, как закончу. Да-да-да-да. А? Какой я молодец, прям не зря на инженера учился. Фильтрация заработала. Что теперь? Что, зря использовал аптечку? Да ладно, вы издеваетесь. Да, он выпил просто так цельную аптечку. Все, что из-за того, что никто нажал. Да, сохраняй, почему бы нет? Сохрани мой позор. Давай, оп, уползай. Опа. Черт. Фу. Пока бежим, блин, этот коридор меня так напрягает.
Элли, я запустил центрифугу, возвращаюсь обратно на станцию. Хорошо, я почти отсоединилась от рельсы. Держи меня в курсе. Я ж тебя слышу. Очистка. И ты прорвешься, нет? Черт, дети. Черт, 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 черт. Ой, это не то оружие. Ты живучий. Чистка завершена. Лава помидора. Фу. А здесь у тебя что, альтернативная какая-то ракета, что ли, или что, я не понял? Вращающееся лезвие. Что? Нажмите прежде, чтобы запустить гранату. Здесь граната, возможно, да, она будет полезна. Хотя вряд ли. Айзек, Стросс начинает меня беспокоить. Нет, сынок, папочка не убийца. Я бы никогда не причинил вреда ни тебе, ни маме. Стросс, он не настоящий. Нет, настоящий, ты его не видишь, потому что не повторила шаги. Стросс, брось отвертку. Эй, черт! Кто еще меня там ждет? Опа! Это мое недопущение. Да, вот я по ногам, по рукам, по головам. Они опасные стали, темные. Нога чья-то. Уху. Похож на жареную курицу. Немножко мутированную жареную курицу. Ну а что поделать? Блин, как же я напрягаю. О, у меня Nokia в руке. Вон, смотрите. Вон, в левой руке Nokia. И калькулятор. Но я думаю, это Nokia. Здесь костюм состоит из Nokia. Ща-ща, я тут все сделаю и прибегу. Магазин первым делом. Да. Переместить. По патронам более или менее еще пока нормально. Я не знаю, сколько надо на следующий костюм, но пусть пока 30-ка поваляется.
У меня пистолета дофига, можешь пока с пистолетом побегать. Почему бы нет, не вижу причин. За посиделки у вас были. Умирать не хотел. Чё здесь произошло? Загадили мне весь поезд. Валил сюда. Айзек, черт, больно как. Этот засранец укусил меня. Что? Вот отстой. Ты как там? Яга, я в норме, но он перестал болтать и не смотрит в мою сторону. Ты как? Умоляю, скажи, что наш план сработал. Практически закончил. Сейчас направляюсь на мостик, чтобы активировать гравизахваты. Они лезут на борт через дыру на уровне медицинской палубы. Но хоть там тебе не будет проблем. Неожиданное препятствие прямо по корпусу. Отключение. Добро пожаловать на медицинскую палубу. Вот отстой. Медицинская палуба Шимура, Айзек. Там я провела свои последние часы, испуганная, замерзшая, в одиночестве. Ну уже, Айзек, не сдерживай себя. Психованная женщина. Фу, что здесь было? Кровь отмывает. Надеюсь, что кровь. А не последствия. Пал остался. Поначалу было много. Где, чё валяется? Не знаю, чё валялось. То, что валялось, его больше нет. Блин, напряжен-то как? Вы что, я пришел сюда? А я не хочу туда идти. Знаешь, раз это плохо для меня кончилось. Ходили, вытирали тут кровь. Где даже еще шмётки были? О! Какие у меня птички кончились? Маленький нож. Не так страшно. Все перезаряжено нормально. Фу, ну пошли. Thank you.
Как быстро, а? Ты что такое? Уху! Господи, хватит на меня нападать. Нервов не хватит на вас всех. Блин, гранат этих надо будет купить. Как будто все ближе к финалу, блин. Да, было сложное место. Фух. Спасибо за сохранение. Кто еще здесь патроны раскидывает? Айзек, это я. Как бы мне хотелось поговорить с тобой. Прости меня, прости, но за это все. Да. Она еще нам это в первой части говорила. Да мне уйти отсюда. Делали. На всякий случай, что ближнего врага не было. Че я сейчас забыл на резинской палубе? Блин, а мне точно что-то надо? Блин, а это криповато, если честно. Чё ты ушел? Может, ты ушел, мне поспокойнее стало? А, я помню это все. Это, конечно, жесть. Какой миленький. Ха! Нету. Не люблю, когда старшилки, они меня напрягают. Что, все? Thank you.
Так, мне нужно туда. Но при этом мне нужно это сделать красиво. Ух ты же, мать моя. Блин, у меня нервы на пределе уже, ребят, серьезно. Вообще прям напряглись, как не могу, не знаю почему. Эта игра вообще вымораживает. Я сейчас еще осталось в темноте, вообще жесть будет. Кто, где? На патрон очень мало. Надо перестать жадничать и купить еще патроны. Верстак. Ну-ка, что у тебя здесь? Сапфировый. Помогите нам. Что здесь было вообще? Боже ж ты мой. То есть он мне дал кучу аптечек. Не, ну без проблем, почему бы нет, но я под патрон больше не отказался. Ну хоть немного. 19. На, кучу врагов, да? Класс. Так, мне нужен ущерб. Возможно, все-таки чуть альтернативную бы прокачать. Перезарядка и ущерб. Это будет максимальный ущерб, который мы можем нанести. Но перезарядка мне не нужна. Вот так. Что знает, возможно, нам потом придется только... пулеметом этим бегать. Ну погнали дальше. Блин, столько крови. Это же кровь, да? Ты ведь так и не нашел мое тело. Не попрощался со мной. Меня просто запихнули в морг с остальными. Еще одна случайная жертва. Или они превратили меня в одну из этих штук, напялили на себя мое откровенное лицо и бродили по коридорам, выискивая других жертв. Окровавленное лицо, пардон. Не знаю. Даже не знаю, что было бы лучше. Не спеша. Должно быть безопасное место, тут магазин. Ага. Гранат стал чуть больше. Фух, ну вроде безопасно. Все, давайте сейчас с магазином разберемся. И я пока закончу. Не знаю как, но прям мандраж у меня начинается. Там купить патрон, да, я хотел называться. Раз. Два. Надо пиво. Сколько? 1200. Все. Так, вот это переместить. 14 и 20. Нормально. Аптечек дофига хватит.
Что у меня там с местным рюкзаке? Лепота, еще место есть. Фух. Фух. Это было тяжко. Извините, больше не могу, меня капец напрягает. Мне нужно будет делать перерыв. Так что всем хорошего настроения, всем до следующей серии. Всем пока. Блин, классную игру сделали, прям тащусь. Всем пока.